Всем привет! Сегодня мы будем играть в Wavelands Broken Mask. Тут вышло новое крупное обновление. Ну, давайте начнем играть. Не знаю, давайте... Ну, вот который режим? Режим призрака. Давайте поставим на сегодня. Мы сыграем сегодня немножко, посмотрим, что тут нового есть. Разработчики Keplerians написали в Steam много новостей про это обновление, что они сюда добавили, что поменяют и что будет после выхода первой главы, наверное, да? Ну ладно, можно пропустить уже здесь. Так, ну что, мы уже здесь. Идем за предохранителем. Смотрите, тут добавили навигацию в игре. Это первое из новостей. Теперь тут все подписывают и картины, наверное, да? А, нет, подождите, это не картина. Dining Room. Так, я иду за предохранителем. Монашка уже домолилась там. Ну-ка, а где сам предохранитель? Не здесь. Вот, он тут. Silence, please. Не шуметь. Так, сейчас все основное проделаю. Так, можем... Уже переходить тут. Через мост. Из-за ворот поднялось много шума. Так, там еще было в новостях написано, что можно попадать вот в этот сад, наверное. А, да ну, смотрите. Что? Я могу теперь попадать в сад, значит? Отсюда выходить или оббегать что-то можно. Тут что, курятник? Не знаю, наверное. А куриц самих я не вижу. Странно. Ну ладно. Пока что их, видимо, нету. Это, наверное, нужно для прохождения одной из глав. Ну, в общем... Ой. А чё, я застрял? Надеюсь, что нет. Все, я прошел. Теперь вы можете попадать на новую локацию. Получается так. Посмотрим на навигацию с другой стороны школы. Теперь вроде каждый кабинет подписывают, да? Ну и... Ну, это туалет мужской. В общем, теперь тут все подписывают, да? Даже еще вроде подсказки добавили, а это женский туалет. Подсказки добавили, как типа попадать в подвал, да? Ну где-то есть. Картина упала. О, вот смотрите, Main Door Exit. Вот. В общем, такая вот навигация. Можно пройти, наверное, через фургон. Ха, смешно. Очень смешно. Ой. Сильное приземление было. Не знаю, даже если получится сейчас, я смогу разблокировать достижение прохождение за 5 минут. Ну, навряд ли, конечно. Сегодня мы немножко поиграем тут. Основные новости я вам уже сказал.
Подробные новости вы можете прочитать в Steam. Ссылку оставлю в описании. Что я делаю? Я иду сейчас в кабинет. В кабинет рисования, наверное. О, смотрите, подписывают. Классы даже. Неплохо. Так, стоп. А, вот это здесь. Здесь даже есть круговое движение. Открываем. Забираем красочку эту. Краску. И, наверное, идем к Филиппе. Посмотрим, когда я там буду. Нужно немножко обойти школу. А я не знаю, она здесь сейчас будет или нет. Ну, скрывается от меня. О, Филиппа здесь нет. Тогда я навряд ли пройду эту игру за 5 минут. Это у меня уже будет 10-минутка, пока я пройду. Поэтому прохождение за 5 минут лучше выполнять через главный вход, да? Вон фабрика мороженщика вдалеке. Вид красивый тут. Но если честно, тут вид красивый. А это я открывал? Монахиня сама, может, открыла? О, наконец-то Филиппа приехала. Вот она, монахиня. Но я призрачный режим поставил, чтобы нам никто не мешал тут. Все. Испачканная краской форма. Так, ну подождем. О. А сюда не пройти, да? Немного можно подождать. Здесь еще можно открыть дверь. И наверх, если подняться, там вы тоже откроете дверь. Когда играете на других режимах сложности, можно тут прятаться. Ну, вы это знаете. А что так долго-то? Не, ну навряд ли, конечно, что я за 5 минут пройду. Это уже 10-минутка точно будет. А могу я сразу сообщение подать? Ну-ка, она еще не успела лечь спать, я сразу сообщение подниму. Ну-ка. Только попасть надо, я не знаю. Вот. О, она меня не видит. Вот, сразу ее разбудил. А представьте, это сразу же сделать четко. Ну, если тут заспидранить как-то хорошенько, то можно пройти. Ну, вроде бы как. За 5 минут. В смысле? Вот сообщение опять. Только это не я уже подавал сообщение. Ну-ка. Залез. Она опять туда пошла. Ну-ка. В смысле? А почему она пошла спать тогда в начале? А сейчас она делает то, что как раз надо. Странно. Не знаю, баг может такой маленький я нашел. Мелкий баг. Но это 10 минутка точно. Уже по прохождению. Наверное, я буду проходить через главный вход.
чтобы открывать достижения новые. Новые достижения. Да, только она сейчас еще раз, наверное, пойдет спать, да? По сути, да. Ну-ка, давайте, быстро. О! Ну-ка. В смысле, звуки слышны, как она просыпается. Что? Короче, я не знаю. Не знаю, что я сделал. Еще раз. Наконец-то. Вроде бы просыпается. Монахиня уже здесь бродит. Я знаю, что ты рядом, но ты меня не видишь, главное. Вот сейчас мы поедем уже? Или... Наконец-то. Ну, в общем, 10-минутка удалась, супер. Ну, мы вкратце посмотрели обновление новое в игре. Ну что, они, наверное, будут разработчики. Что делать? Обновлять. Это же игра еще с ранним доступом. Они будут добавлять сюда много чего интересного. Открывать новые локации, да? И, скорее всего, уже скоро они сделают игру по главам. Будет открыт секретный бункер и много чего интересного. Вместе с новым прохождением еще, наверное. Ну что, мы уезжаем отсюда. Вместе с Филиппой. Только Филиппа какая-то медленная сегодня. Как-то она очень медленно действовала. Ну давайте мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр и всем пока.